Всем привет! Привет! Вы на канале Twins Fun Life, и сегодня мы будем делать красивые, яркие и стильные футболочки тай-дай. На мальчишках старые наши футболки белого цвета с небольшим принтом, и мы их сегодня будем раскрашивать. Да, мужики? Да! Вы готовы? Да! И нам будет помогать наша сестричка Надюша. Да. Надюша, привет! Итак, для этого нам понадобятся красители, краски. У нас вот здесь уже есть разбавленный красный, фиолетовый, желтый, зеленый и голубой. Для этого мы брали вот такие красители фирмы Deco. Вот. И также понадобятся резиночки. Вот такие простые резинки для денег и шприцы для удобства. Ну что, приступаем? Для того, чтобы вам раскрасить ваши футболки, вам их, наверное, придется снять. Да, давайте, я сниму. Или будем красить на вас? Давай на нас. Ну тогда вы раскрасите пузо. Снимаем футболки. Давай красить пузо. Снимаем футболки. Это татуировки будут. Футболочки мальчишек уже не совсем новые, на них есть некоторые пятнышки, которые не отстирываются. Вот их мы как раз сейчас и закрасим и вдохновим в наши футболки вторую новую жизнь. Начинаем. Так, есть. Футболки сняли и положили на столик. Сейчас я вам расскажу, что нужно сделать. Вот так выглядят наши красочки. И мы начинаем. Итак, техника называется узелковая, и есть несколько вариантов, как можно завязать наши футболочки. Ванюша будет делать спиралькой, да, Ванечка? А Илюша полоской. В итоге, в конечном итоге, у нас должны получиться у Вани спиральные разводы на футболочке, рисунок спиральный, а у Илюши полоска. Ну что, Ванюш, расскажешь нам, как делается спиральная техника? Давай. Спиралькой по кругу, да? Вот таким образом аккуратненько сворачиваем красиво нашу футболочку и закрепляем резиночками. Вот так надеваем. Вот что в конечном итоге у вас должно получиться. Свернутая футболка по спирали и закрепленная резиночками. Илюша, ну а ты готов показать нам свою технику? Как же нам сделать полосатую футболку? Просто сворачиваем, как получается, можно не очень аккуратно, просто в трубочку, да, вот так, чтобы получилась у нас полоска. И также закрепляем нашу трубочку резиночками. Вот таких вот два варианта у вас должно получиться. Ну а теперь приступаем к покраске наших футболочек. Итак, у мальчишек в руках шприцы. И для того, чтобы окрасить нашу футболочку и не испачкать при этом ручки, мы набираем краску в шприц и переносим ее на нашу футболочку. Набираем краску и начинаем процесс окраски наших футболок. Ванюша уже справился. Ванюша решил начать с краски фиолетовой, а Илюша голубой. Теперь потихонечку выдавливаем краску на нашу футболку. Каждое деление у нас будет окрашено в другой цвет. Ванечка приступил, и Илюша тоже. Как сосредоточенно идет работа у нас, да, Надюша? Мы такими серьезными наших мальчишек еще не видели. Первый цвет окрашен. Теперь все то же самое делаем с каждым последующим цветом. Чтобы у нас получились яркие и красивые летние солнечные футболки тай-дай. Ой, я себя еще покажу. Здорово, Ванька у нас тоже будет яркий, солнечный и летний Ванька тай-дай. Илюха тоже будет у нас тай-дай? Нет, видимо, скажет. Скатерть тай-дай, это тоже очень весело. Да? Вернем бабушке скатерть тай-дай. Была у бабушки украинская скатерть подсолнухи, а мы ей вернем скатерть тай-дай. Мальчишки уже приступили к покраске третьего цвета, на котором они сошлись. Третий цвет и у Илюши, и у Ванюши желтый. Вот что у нас получается.
Здорово! Не треба хвилюватися. Все буде добре. Вот что у нас получилось в конечном итоге. Теперь, мальчишки, оставляем это все сохнуть на солнышке. Как это на солнышке? Ждем, пока наши футболочки высохнут. И только потом мы сможем посмотреть. Итак, наши футболочки уже высохли. И мальчишки с Надюшей ждут, не дождутся посмотреть, какой же у нас получился результат. Ну что, конечно, снимаем резиночки и смотрим, какие футболки у нас получились. Ну-ка, интересно. Что-то яркое и красивое. А ну? Ванёк, показывай свою. Супер! Вот это да! Нам осталось ее только разгладить утюгом, чтобы закрепилась краска, потому что так было написано в нашей инструкции к нашим краскам. Илюшенька, что у тебя никак не получается? А ну давай скорей-скорей! Ванёк, примеряй! Мы ее сейчас прогладим, закрепим. Ну, пока что давай примерим так. Илюша, показывай свою. Ух ты, какая радужная полоска получилась у нашего Илюши. Супер! Прям хипстерские такие футболки у вас получились. Класс! Ну что, мальчишки, нравятся вам наши футболочки новые? Да. Очень здорово, классные, да? Такие яркие. Как радуга. И мальчишки у нас теперь тоже яркие и солнечные, как радуга на небе, да? И... Да. Помним, Ванечка делал свою футболочку в технике спираль. Да, Ванюша? Уже делал свою футболку. Заворачивал ее колбаской, да? Да, заворачивал ее в трубочку. И вот такая футболка получилась у нашего видео. Если вам понравилось наше видео, жмите пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!